Друзья, всем привет! Сегодня я покажу и расскажу, как разогнать память DDR3 серверную в BIOS'е. На материнских платах типа X79, у меня стоит атермитер X79, самая дешевая китайская материнская плата под сокет 2011. Заходим в BIOS через F2 или Delete. Далее переходим в раздел Chipset, NordBridge и вот DDR Speed. Тут выбираем 1866-1600, все зависит от вашей материнской платы, от ее прошивки. У меня максимум 1866. Выбираем и выходим клавишей F10, сохраняем наши изменения. Друзья, проводим тест памяти в стоковом состоянии. Тест задержка памяти. Частота 1333 МГц. Итак, мы видим, что наша память выдала задержку в 91,5 наносекунды. Посмотрим, что она выдаст в разгоне до 1866 МГц. Друзья, показываю сейчас тест AIDA64. Задержка памяти на уже разогнанной до 1866 МГц. Как видите, процессор выдает 79,9 наносекунд.